В регионе появилась своя электронная торговая площадка. Суть ее в том, чтобы как можно больше тюменских производителей стали доступны для тюменских же заказчиков. А сейчас зарегистрированы на площадке более 500 поставщиков. Две трети из них – это местные предприятия. Инициативу поддержать региональный бизнес оценило правительство региона. Подписано соглашение о сотрудничестве. А в конце прошлого года компания вошла в состав резидентов технопарка. Если мы выставляем свои запросы на федеральные площадки, то зачастую люди, которые там участвуют в этих закупках предприятия, они могут с нами не работать, потому что у нас закупки могут быть на незначительные суммы, которые их не привлекают. Тюменские же производители, они все-таки охотнее работают с такими небольшими школами, как наша школа. Запуск электронной торговой площадки является первым этапом нашего проекта. Следующей задачей является у нас это создание цифрового каталога производителей и поставщиков Тюменской области. И благодаря цифровому каталогу мы планируем, что предприниматели получат больше заказов, а заказчики – больше качественных услуг и экономию в закупках.